Так, смотри, у нас вот в Варшаве выступление в сентябре. Ничего же. Я просто, ну, это длилось где-то месяцев 9, я понял, что это больше, ну, не может так продолжаться. И я, чтобы принять это решение, спрыгнул, короче, с моста лейтенанта Шмидта, кое-как там доплыл до берега, и понял, что если спрыгнуть с моста лейтенанта Шмидта, то я и доплыл. Это могло быть из дерева, и ничего будет нормально. Вот. И... Раз. В общем, держи. Слушайте, видите, дерево, такая страница, фотография минималистична, а рассказ длинный. Ну, потому что это целая жизнь и судьба, короче, с этим деревом. Вот. Ну, и в этом смысле, конечно, подход дерева к телу, вообще к телу, он абсолютно тотальный, и он меня абсолютно покорил. Я больше не смог воспринимать, скажем так, репертуарный театр, но, во всяком случае, какое-то время, как какую-то институцию, с которой можно взаимодействовать, и прошло огромное количество времени, причем я смог какой-то найти способ внутри себя, прежде всего, ну и инструментарий, как это делать. Как мне кажется, на какое-то время я нашел, но сейчас я тоже в стадии кризиса немножко на эту тему. А, это...